Audi и Hyundai столкнулись поздним вечером на пересечении улицы 1-я, Тракторная и Учительская. По предварительной версии, оба водителя ехали в одну сторону, пока немецкая иномарка не начала поворачивать налево. Второй участник ДТП этого не ожидал и въехал в заднюю часть Audi. Сам удар был не сильный, однако именно из-за него водитель потерял управление и въехал в столб. Все подробности у Айгуль Батрудиновой. Несмотря на то, что удар в Audi пришелся сзади, автомобиль серьезно пострадал только спереди. Сильные механические повреждения иномарка получила после того, как въехала в столб. Как итог, из немецкой машины вытекли технические жидкости. Ехать своим ходом она уже не могла. Ее владелец не пострадал и рассказал, как так произошло. Просто он хорошо мне удар прислал. Я, получается, поворачивал. Хотел только поворачиваться, и в итоге он мне не дал повернуть. Вероятнее всего, водитель Hyundai Solaris не соблюдал дистанцию, после чего въехал в остановившуюся иномарку. При этом, говорит владелец Audi, он заблаговременно включил световые приборы. А Вася как-то объяснил свою версию, почему так? Не знаю, кто ли в телефоне где-то что-то сидел, что-то, знаешь, что-то смс-ку не писал. Что-то, короче, она мне сказала. А то есть он вину признает. Да, вроде как. Второй участник аварии от комментария воздержался. С высокой долей вероятности вся ответственность за произошедшее ляжет на его плечи. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.